с вами Red Rage. Сегодня мы откроем кейс на 32-й день. Погнали. Давай на 500. Бра! Все. Ну и что на 32-й день у нас выпадают всякие разные бустеры. И походу мне повезло, мне выпал на 500 науки. Очень годный бустер. То есть нам выпал на 500 науки, на 500 львов. И на уничтожение техники 5, то есть на 100 тысяч. Ну, фактически нам выпало 100 тысяч львов, потому что уничтожить 5 техники достаточно легко в самолетных аркадах. Открываем кейс на 39-й день. Также хотелось бы сказать, что это, скорее всего, будет конец рубрики. По той причине, что кейсы постоянно повторяются, и ничего нового из них не выпадает. То есть смысла их открывать уже больше нету. Ладно, давайте же откроем. Калиоп. Ну, похоже, мне придется записывать обзор на него. Ракеты пофиксили прошлого раза. И у них есть теперь откат. То есть для каждого выстрела, там выстрел, тебе надо как минимум одну секунду подождать, чтобы выстрелить следующую ракету. Это немножечко обидно, конечно. Поэтому ничего нельзя сделать. Стоит стопу терпеть. А это плюс его цена.